такая хорошая, приятная миссия вас поздравить и поблагодарить за решение успешного этого сезона. Наверное, главное то, что довольны болельщики, вы это видели. Интерес всегда к футболу был в Воронеже всегда высокий такой. И, конечно, хотелось бы, чтобы команда играла соответствующим образом. Вы досрочно взяли золото. Есть там и другие интересные такие факты. По-моему, 30, да, побед подряд. Так, да? 30 без поражения. Да. Ну, без поражения, как сказать. Да. Это, по-моему, в истории клуба не повторялось. Да. И вообще это такой серьезный результат среди профессиональных команд. Ну, надо отметить здесь слаженную и квалифицированную работу тренерского состава. Отдельно хотел бы главного тренера поблагодарить. Вот, сказать, что Павел сыграл, наверное, решающую роль в консолидации и нацеливания, да, команды на то, чтобы игра была результативной. Поэтому вам спасибо и от тех, кто сегодня представляет Воронежскую власть. Мы всегда незримо стоим, болеем за вас, помогаем. Ну и от болельщиков и Воронежа, и Воронежской области. И очень хочется пожелать, чтобы вы, перейдя в футбольную национальную лигу, играли достойно, играли красиво, результативно. И ну, ту историю команды «Файкер», которую все знают, помнят, и пик в середине 80-х годов могли повторить. А мы для этого все будем делать вместе и со спонсорами. Такие, слава Богу, сегодня есть, кто готов команду поддержать уже на более высоком уровне. Спасибо вам и большим удовольствием вручу награду. Пожалуйста. За победу в первенстве России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги спортивного сезона 2014-2015 годов «Зона Центр» с золотыми медалями и дипломами Российского футбольного союза награждаются игроки и сотрудники футбольного клуба «Файкл» Воронеж. Альшин Ильнур Туфикович, нападающий. Бекетов Артем Викторович, полузащитник. Бирюков Михаил Петрович, нападающий. Бутырин Сергей Александрович, защитник. Дранников Иван Сергеевич, защитник. Жиляев Николай Юрьевич, полузащитник. Заболотный Антон Константинович, нападающий. Евгений Юрьевич, полузащитник. Коробов Дмитрий Александрович, полузащитник. Могилевский Павел Викторович, защитник, капитан команды. Мурнин Андрей Александрович, полузащитник.
Саутин Александр Юрьевич, вратарь. Терновский Дмитрий Олегович, вратарь. Тихий Дмитрий Михайлович, защитник. Турик Алексей Николаевич, нападающий. Гусев Павел Пантелеевич, главный тренер. Севергин Евгений Михайлович, президент клуба. Петрова Ирина Анатольевна, генеральный директор. Таратухин Михаил Иванович, начальник команды. Аблаев Руслан Сукиевич, тренер. Ханкеев Игорь Федорович, тренер. Щеголев Александр Евгеньевич, тренер. Специальным призом лучший бомбардир первенства России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги сезона 2014-2015 годов «Зона Центр» награждается Бирюков Михаил Петрович, нападающий футбольного клуба «Факел». Для вручения кубка победителю первенства России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги спортивного сезона 2014-2015 годов «Зона Центр» приглашается капитан футбольного клуба «Факел» Могилевский Павел Викторович. Все это последний период. То есть 11 лет
футбольный факел занимал вот этих мест, и мы вот подготовили вам вот такой вот подарок в виде святых медалей. И еще раз сказать огромное спасибо. Ну и понятно, что вы футбольный человек. Мы дали вам такую матч. Это фактически последний матч, которая была. Я понял, начальником выгоднее быть. Чемпион Пиша. Наш. Задание? Да. И? Сколько это будет стоить? А там уже написано. И понятно, что мяч подписан на чемпион. Я понимаю, что то внимание, которое вы уделили и уделяете спорту, и первенству футбольному клубу «Факел», оно уже выразилось в чемпионстве. И достаточно тяжело было выбраться. Надеюсь, что, даже уверен, что вот эти футболисты еще кто-то придет в этом сезоне, в новой для себя лиге, будут работать еще более усердно, с тем, чтобы выполнить как минимум эту задачу, и в будущем завоевать то место, которое должно быть у футбольного клуба «Факел» в Воронежской области. Я так думаю, что замахнемся когда-нибудь, например, здесь. Спасибо вам. Спасибо, много подарков. Я хочу пожелать действительно удачи. Все-таки в прошлом спортсмены, я сегодня болельщик, я считаю главное участие и всегда отдаваться до последнего и в данном случае показывать красивую игру. И вы знаете, болельщики оценивают не в первую очередь счет, а именно красивую игру. Поэтому на самом деле очень хочется, чтобы, как сказал Евгений Михайлович, футбол Воронежа звучал не только в стране, но и во всем мире. Вот такой командой и с таким тренерским составом точно это добьетесь. Вам удачи, поздравляю, еще раз спасибо большое. Спасибо.